Хорошо, давай посмотрим на карту, что происходит на фронте, потому что ситуация, она, может, сильно не меняется, но ситуация под Бахмутом, она, в общем, весьма такая. Скорее в Бахмуте, потому что под Бахмутом наши даже контрнаступательные действия ведут на севере и на юге. А вот в самом городе, да, тяжеловато. Ну, просто потому что сносят квартал за кварталом. Мы сейчас показываем Бахмут. Согласно заявлению нашего генерального штаба, да, Бахмут, Маринка и Авдеевка – это такие зоны наиболее тяжелого положения на фронте, где противник ведет активные штурмовые действия. На запорожском направлении мы поддавливаем, они стоят в обороне. Вот. На направлении Кремена-Лиман они не смогли прорвать нашу оборону, согласно заявлению нашего же генерального штаба, и стоят на месте, не принимая активных действий, периодически перестреливаясь с нашими войсками. Такие тактические бадания. Конкретики здесь не скажешь, потому что мы же не будем карту города рассматривать и сообщать реальную обстановку противнику, который нас, безусловно, смотрит. Но все, кто в теме, знают, что о нашим зрителям мы скажем, что в Бахмуте очень тяжелая обстановка по причине использования так называемой сирийской тактики. То есть сноса здания за зданием. То же самое они пытаются делать в Угледаре сейчас. Артиллерия сносит перед очередной попыткой штурма. Тоже и Авдеевка, и Маринка – это попытка охватить с двух сторон. Маринка – это еще и попытка продавить фронт. В Авдеевке это меньше получается. Но вот северно-южное крыло охвата, да, они пытаются повторить бахмутскую историю. Но напоминаю, что под Бахмутом против вот этих нависающих снизу и сверху крыл наши войска ведут активные контрнаступательные действия. Так что не все там так однозначно. Mm-hmm. Хотя мнения есть разные. Испанская газета успела сообщить, что мы выводим войска оттуда активно очень. Да, там осталось только две бригады, а тяжелая техника и все остальные подразделения вышли. А как бы президент сказал, что мы Бахмут не отдаем и не собираемся отдавать. Да, и он сослался на то, что это открывается снова, сказав о том, что открывается дорога на Краматорск. Ну и... Да. Цели Москвы – это, значит, выйти на границы Донецкой области. Ты действительно считаешь, что взятие Бахмута к этому может привести? Нет. Ясно. Цели и привести – это очень разные вещи. Цели у них были и НАТО на границу 97-го года. Но что? Не очень вышло. Так. На других участках Угледаря, Херсон… Вот это преждевременное заявление о высадке десанта на левый берег, с правого берега, ну, в районе Херсона, Херсонской области. Насколько оно вот сейчас уже спустя время, его опровергли представители ЗСУ, но тем не менее, можно ли считать, что какие-то движения такого рода могли иметь место? Так, а если представители ЗСУ опровергли, то что же я могу сказать? Только то, что сказали представители ЗСУ, правильно? Ну, а насколько такой маршрут вообще реален? Вот взять и начать контрнаступление. Злые языки регулярно говорят, что там балуются наши силы специальных операций. Но это же злые языки с той стороны, насколько им верить, неизвестно. Ну, окей. 200 000 нас смотрят. Надо понимать, в любом случае надо понимать, что форсирование реки – это очень тяжелая операция, тяжелейшая. Тяжелая. Поэтому начинать там наступление, ну, мало ли, а вдруг… А может и нет. Посмотрим.